25 октября. Я и Мангалева Бибигуль, член инициативной группы и член оргкомитета оппозиционного портала «Казахстан». Со вчерашнего дня меня преследует власть. До сих пор время сейчас 1:30, до сих пор за мной идет слежка. До сих пор меня преследуют на двух машинах. Одна полицейская, 1766, вторая гражданская машина, 404. AVA-02. Я уже озвучила в прямом эфире, что я на назначенном митинге уже не доеду, не успею. По-любому. Мне нужно сейчас важно не опоздать на поезд. Вот машина, которая меня до сих пор преследует. Обращаюсь к международным правозащитным организациям. Пожалуйста, зафиксируйте преследование граждан, нарушение наших прав. Вот сзади машина 404. Вон сзади этой машины 404. И вот прошедшая полицейская машина с проблесковыми маячками до сих пор меня преследует. Уже 2 часа. Я где-то ближе к 11:30 вышла с дома. Они у меня около дома стояли с 8 часов утра. Вот машина 1766. Они хотят мне выдать повестку. В предыдущих прямых эфирах я показывала эту повестку. Повестка заполнена совсем неправильно, незаконно. Опять же, хочу обратить внимание, что повестка за все эти годы, оказывается, нам всем выдавалась незаконная, неверная, потому что согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса должны быть все данные. В общем, в кодексе написано, что какие данные должны быть. Там должно быть фамилия, имя, отчество, также того человека, который меня приглашает на допрос, вызывает, то есть не приглашает. Там этого не было, там в повестке не было. Время указано, написано только 25-е. Не был указан адрес, там написано только было, что АУСКИ, департамент полиции, и все. И вот я вижу все эти, то, что повестка неправильная, неправильно заполнена, незаконная. Поэтому, конечно, я отказываюсь брать ее. Вот до сих пор меня преследуют, я не могу понять, чего они хотят от меня. Если я действительно какой-то преступник, почему меня не вызывают, как положено, по закону оформленной повестке? Почему также в повестке не указано, знаете что? Ни в одной повестке не указано у нас право на адвоката. В статье 208 УПК так прямо четко и написано, что должно быть указано право на адвоката. Этого ни в одной повестке нету. Обратите внимание все на свои повестки, которые получали до сих пор. Вот я не знаю, до какого места они собираются меня преследовать, но просто хочу зафиксировать факт того, что до сих пор, время уже 1:30, до сих пор 13:34, до сих пор идет преследование. Нарушение всех моих базовых, конституционных, фундаментальных прав. Право на передвижение. Сегодня праздничный день, день республики, который заново возродился. И в этот день республики я не могу себя чувствовать свободным гражданином этой страны. Я не могу чувствовать себя в безопасности, потому что эти правоохранительные органы превратились в правоохранительных органов. Они нас пугают, запугивают, преследуют, оказывают психологическое воздействие, оказывают физическое насилие. Как в этой стране жить? Куда скатилась наша страна? Что